Всем привет! Хороший выходной день. Мы выбрались с семьей на рыбалку. Хотим половить карпика и пожарить мясо. Приехали на свое место. Я уже залазил в воду. Октябрь месяц, ребят, не из приятных ощущений. Повытаскивал вот сюда, ближе к берегу, бревна, доски, которые поскидывали. Вот. Сейчас я их дальше вытащу на берег вообще. Сейчас сначала хочу замешать прикормочку. Будем кормиться с комбом, поэтому... Делаем мы, значит, сейчас вот такую вещь. Я в деревне привез помол, смесь там кормовая, пшено, пшеница точнее. Я ее не запаривал, ничего. Высыпаю всю, потому что даже если она мне вся не пригодится, я ее все равно скормлю здесь рыбу. Это место буду кормить, оно надо его кормить. Нарежу сейчас бойлов шоколадных, своих же. Тут шоколад с одним аттрактатом интересным. Не буду говорить, что очень хороший. Просто напополам, режу напополам, чтобы мелочь особо не собирать здесь. Это пылящие бойлы. Самокат. Выливаем аромку, рыбный микс. Я вылил все, у меня не очень-то и много. Весь мусор сюда. И чуть-чуть это все шоколадкой. Обильненько. Так, все это сейчас хорошо перемешаем. Сейчас. Засыпаем все. Это птичий корм. Молотый, кстати, молотый, это не, он не такой продается. Пока в сторону. Так, теперь открываем кукурузку. Кукурузка простая, если справить прикормку, она пойдет. Ставь на карасика. Ой, глянь, вон у тебя тут что-то в воде плескается уже. Ставлю чуть-чуть на жилочку. О, какой запах. Вот такая вот, вот такой вот супец получился, ребятки. Просто вкуснотень.
добавляю я еще помола, чтобы обволокло бойло и зерно чуть-чуть. Потому что слишком, на мой взгляд, сыровато оно получилось. Пом приготовил уже, сейчас будем кормиться. Еще алвега с собой брал, я не знаю, может пока поставлю две карповых удочки и посижу, попробую на фидерок. Но это не точно. Ого! Пошла птичка! Так, друзья, я развожу потихоньку костерчик для шашлыка. Снежанка с малым сходили, дров принесли. И я развожу, у меня всегда с собой сухой спирт, супер-пупер спички, которые горят в воде. Вот. Сухпайков много было одно время, их было сухпайков. И я вот с них пооставлял эти все горелочки, спичечки, сухой спирт. Положил с подкатушки в мешочек, и оно у меня лежит в рыболовной сумке. То есть у меня всегда с собой есть чем разжечь костер, чтобы не заморачиваться. Вот такие вот дела. А Снежанка с Добромиром в это время гоняющие. Папу ждем. Вот так вот. Это неудобное место из этого куста. Ну ладно, тут никто не сидит. Нам надо, знаешь, вот этот просто взять, себе под корень спилить, и нам удобно будет ходить. Да. Садись. Ждем карпика. Надеюсь, сегодня будет поклевка. Хотя бы один паровозик. Здесь есть крупные экземпляры. Я все равно этот пруд выловлю, облавлю его. Возьму что-нибудь отсюда хорошее. Ожидаем. Сегодня взял с собой вот такую пилу. Пила с Алиэкспресса, ребят. Классная тема, уже не первый раз я ей пользуюсь. Вот.
лучше, чем, конечно, ручная, потому что меньше места занимает. И, в принципе, на шашлык напилить нам хватит дров. Оп. Все. Красота. Да, Добруша тоже будет ловить. Настоящая леска, поплывок и крючок с кукурузкой, да? Ага, сейчас. Давай, золотой, давай, за карасиком. Все, садись и жди. Пока наш рыбак сидит за удочками, наблюдает, мы с Снежанкой все уже собрались жарить. Шашлыки. Это наша крутая сетка. Пикничок называется. Вообще я от нее без ума. Мы купили за 300 рублей всего лишь. Снимаем резиновые упорчики с нее. И все. Очень классно. Мы почему взяли такую, чтобы можно было даже на велосипедах ездить. Сегодня жарим индеечку. Вчера купили по скидочке, сегодня мы ее уже будем употреблять. Давай вот сюда, наверное, будем так красить. Оп. Опа, и все. Лучок, вкусно все. Короче, жарим. Добруха уже кушает. Первая партия готова. Ни одной поклевочки, ребят. Это чуть-чуть подрастраивает. Ну а что делать? Хоть отдохнем пока. И то хорошо. Такой красивый у нас шашлычок. Только вторую порцию сделал. Третья вот огурчики стоит. Вот. Вот щейку. Вот и третья порция начинается. Но она пока еще жарится. Покажи, все, убери с руки. Пусть висит на. Нет, покажи вот тогда. Все, первая рыба сегодня. Первая рыба на сегодня. Слава Богу, все. Все, друзья, сейчас закончился начнется наш сегодняшний день выходной. Пожарили шашлычка, отдохнули с семьей хорошо. Поклевка была одна, какая-то потяжечка легкая, и все. Ничего не поймали. С одной стороны расстроился, я расстроился. С другой стороны по барабану. Отдохнули, отдохнули. Вот, снял еще два ролика про тачку свой такой легенький и про забросы. Не всегда, как говорится, коту масленица, не всегда с рыбалки приезжаем с рыбой, зато отдыхаем. Так что поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Если смотрите видео на других ресурсах, обязательно проявите активность на YouTube. С вами был Мэнс Channel. Всем пока.